Смотрите, Литвин реализовал мою идею, это я ему предложил сделать вот такую штуку. Спасибо Мерседесу за качественное обслуживание. И сгоревший Мерседес Литвина стоит. Приехало много патрульных машин, полицейских, сейчас, конечно, они разъебут. Ну что, Мерседес, я могу сказать, что это позор, потому что про твое качество обслуживания, про твое качество работы говорили уже все очень давно. А когда на фоне кризиса ты забиваешь хуй на своих клиентов, то происходит, в принципе, вот такое. Понятно, что в какой-то части это сделано из-за пиара, но доля того, что не очень качественно обслуживают людей, это правда. Вот мы находимся прямо на Ленинградке, вот представительство. Здесь очень много ребят, привет всем. Короче, Литвин поставил Мерседес свой, сгоревший на эвакуатор, вот он за моей спиной. Поставил его на Ленинградке, надо было, конечно, по-другому сделать, я ему говорил. Надо было по-хорошему сгрузить и поставить его на парковочное место. Повесить на него номера, чтобы все было официально. Да, машина такая, ну, как бы потрепанная, но с точки зрения закона она машина. И на ней должны быть номера. А так поставили эвакуатор, криво, очень много народу было. И полиция, конечно же, это не понравилось. Еще это не понравилось людям, которые ехали в дороге этой, включая там меня. Мы вот попали в пробку. Не, ну, мне-то это понравилось, мероприятие вообще. А как бы, Мишина, людям не понравилось. Ну и, соответственно, полицейские забрали его в УВД. Сейчас Литвин находится в УВД по Хорошовскому району. Вот отвечает на вопрос, а что у него за движуха была. Вот такие дела. Никого из друзей туда не пускают. Какой-то криворук, сука, вешал, да? Не Дзюба, точно. С этой стороны то же самое, да? Все криво, блядь. Все, ушли от отдела. Попросили молодежь тоже там суету не создавать. Потому что это, в принципе, бесполезно. Мероприятие. Короче, Литвин в отделе. Что там будет, непонятно. Приехали, его там директор приехал, там адвокаты, там еще кто-то. Все на связи с ним. Чем закончится история с Мерседесом, это непонятно. Но в теории могут за какой-нибудь несанкционированный митинг влупить хуй чудо кэш. Такое тоже возможно.